конечно, очень интересно появление нового эмулятора для консольки, на которой он как бы не был предусмотрен. Вот, очень забавная штучка, я вам скажу. Вот, работает достаточно симпатично. Ну, разве что как-то вот звук, по-моему, не совсем PC Engine. Вот, ну, небольшие, да, небольшие артефактики местами в некоторых играх. А так, в целом, ну, довольно-таки интересно. Ай-яй-яй. Как-то так. Эка я их. Ну да, вот инструменты явно вот этих MIDI неудачно сделаны. Ну да ничего, собственно. Первая версия. Это ж вам. Тем не менее. Да, только вот столкнулся. А нет, здесь нормально. Но иногда почему-то некорректно выходит из эмулятора. Вот. Ну и некоторые не запускаю. Сейчас просто закинул три первых попавшихся бомбермена. Вот, обычно запускается Бомбермен 93, тоже запускается. Вот, а Бомбермен 94 показывает просто черный экран. Вот. Ну, в целом все так симпатично.